«Дерево детям». Под таким названием на Кубани стартовала благотворительная акция. Она приурочена сразу к трем событиям – Году экологии, 80-летию образования Краснодарского края и первой годовщине Союза садоводы Кубани. Инициаторами акции стали молодые депутаты Крыловского района. 30 муниципалитетов Краснодарского края получили 22 тысячи саженцев деревьев и кустарников. Анапа также приняла участие в проекте. Силами молодых депутатов были высажены саженцы туи и фруктовых деревьев. Сегодня одновременно происходит высадка и в сельских домах культуры, на территории общеобразовательных учреждений, на территории у нас Субсетского округа, мы только что оттуда приехали, они поедут дальше высаживать еще в поселок Сухко и сейчас в Ореховой роще. Как считают организаторы акции, в год экологии подобные мероприятия необходимо проводить как можно чаще, ведь это не только прекрасная возможность озеленить город, но и оставить добрую память о себе и своих поступках.